Разговор с Богом. Сегодня выезжаем в Владимир. Не знаю, что там будет у меня. Сегодня, извините, может быть, как бы это не очень формат, который новый у меня. Это выезд во Владимир. Что там буду делать, неизвестно. Но буду проводить свои опыты. Правда, да, кое-что я забыл, свечи. Но ничего страшного, попробуем без них. За окном уже рассвет. Я, в принципе, выезжаю. Но всем пожелайте мне удачи. Вот я вышел на улицу, иду к своей машине, соответственно, сейчас подойдем. Поездка. Скоро будет поездка, все. Продолжаем. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья и мои подписчики. Сегодня начинается путешествие во Владимир. Это мое первое видео в таком формате. Надеюсь, вам понравится. Сейчас покажу, что за окном автомобиля. Автомобиль Datsun Ondo. Ну, в принципе, не важно. Важно то, что буду делать я. За окном вот такой пейзаж в виде деревьев. Окна, кто-то уже просыпается. А у нас 6 утра. Я уже бодрый практически. Ну, ребята, погнали.
58, но уже здесь. А тебе... Сколько? 9.58. А мы уже тут-то? Да. Ничего себе. Ну, конечно, с тобой надо. Хорошо. Я ехал, в некоторые места стоят 10 км. Ну, правда, иногда 120. Ты даже не заметил. Почему ты не заметил? Я просто... Ты не так, боял. Подожди, ты тут повернуть надо. Вот прям... поворот, блин, у меня все написано. Ну, сейчас скоро. Так, сейчас поверну. Нет, не сейчас. Нет, скоро. Нет. Через 200 метров поверните направо. Куда ты не поехал? А что, назад? Конечно, там надо было повернуть, да. Тебе хреново написано. Ничего. Хреново, блин. Хреново. Это в другую деревню сейчас приехал. Можно там, ну, вот здесь ехать, ну, поворачивать. Корова. И там еще будет поворот. Просто здесь я вот деревню уже не помню, где тут чего. Мусорка должна еще быть, блин, где-то. Еще там поворот сейчас будет. Маршрут перестроен. Че, неправильно едем, что ли? Ты сказала, блин, ехать сюда. Ну, что мы неправильно поехали. Сюда приехали. Сюда. Точно. Точно. Это он
купил же машину, которую ему возить. Сено-то я забыл. Все, оставь здесь. Ну вот и прибытие в деревню Хреново Владимирской области. Смотрите. Ну да. На лыжах поехал. Здесь? Да, строй, ползай, здесь катай. Нет, это тебя рассеяли, нихуяри, ебать, на лыжах. Фу, идеально. Вот. Это самое. Туда ездил, в лес далеко, короче, катай. И кто-то, короче, поехал, блять, меня тут появился, туда ехал, ебать, ну и туда, короче, свернул. Думаю, вроде здесь дорога проходила. И, блядь, нихуя, вылез, аж не пойму, куда. Нет, я понял, куда я вылез. А там, короче, эти, ну, как его, канал прокопали, ну, противопожарный. Вот. Сразу начала показывать, что она там супер такса, там, блядь, все такое, ебать. У нее платье еще было. Че? Платье вязаное у нее было. А-а-а. Она в этом. Блин, Колян, денег всегда, блин, надо, блин. Ну. Жизнь такая, сейчас все заложено на это фигня. Я считаю, тоже пока шевелиться. А я считаю, блин. Я, ну, пока считаю, я считаю, пока шевелиться могу. Бог дает тебе жизнь. Знаешь, дальше. Да нет. Дает тебе сегодня, ты поел, блин. Все, блин. Проснулся ты, блин. Зашибись, блин. Все. Значит, надо дальше что-то там, движения какие-то делать. Я говорю, ну, пока как бы шевелюсь, надо шевелиться. Ну вот, и я стараюсь, я такой же. Ну, что это самое. Что, ну, это самое. Как сказать. Ну, короче, побольше от себя оставить. Ну, после себя, блин, хотя бы тебе помню, что ты что-то там делал, блин, да? Здесь старался, блин. Все. А? Козячки там живут. А, дофига. 2000, который ты, блин, говорил, или нет? Нет, это, блин, не 200, что-то Мариэл. А-а-а, Мариэл. Это, блин, 800 километров от Сумы. Ну, Мариэл, да, это другая тема. Да там, блин, там совхоз у них, ты чё? 2000 метров, чё это? Это с Гугзен. А ты чё-то говорил про счёт, знаешь, чё? Я вот вспомнил, то, что это, блин, какие ты, блин, запах вот, бля, бывает свечей там. Кого? Ты что-то говорил, блин, то, что бывает там какие-то вот такие, блин, вещи, блин, происходят. Ладан, да. Ну, на огороде, да. Не один часто. Ну, не часто, два раза я чуял какой-то пиздец. Я вот, блин, короче, после батя царство небесное, блин, у меня машина как раз, я, блин, что-то в утилизацию сдал. И я ездил на автобусе. И я вот, знаешь, чувствую, бля, не пойму. Люся, Люба, ну пойдем сюда. Не пойму, что за фигня. Может, сейчас здесь пройти? Пойдем здесь или там? Не знаю, смотри, я дорогу не знаю. Да вот здесь мы прям туда будем, вон наш вот. Ну смотри. Ты что ругаешься-то? Мы просто идем. И я, короче, блин, чувствовал, ну тоже. Что-то в автобусе еду, говорю, что-то чувствую какие-то, блин, ну, свечки. Такой, блин, запах, блин, непонятный. Два раза или три вот было такая фигня. Но самое интересное, как в автобусе это может проявляться, я не понял, конечно. Ты, кстати, не рассказывал. И вот. Ну. Я, короче, ну вот, интересно, мне все это
Поэтому я вот интересуюсь вот всей этой фигней. Ну, как бы не фигня. У меня сейчас... Я тебе не говорил, что я, блин, на Ютубе свой канал открываю. Всякую фигню фигачу. И вот, бля. Там тип, короче, фанат. Начал мне всякие комментарии писать, бля. Он про православие, ну, спрашивал. Сначала мне не особо там верил в все фигни. Потом вроде я начал с ним общаться. И он уже начал, бля, ну, видишь, что я что-то заинтересовал, короче, его этим вопросом. Начал со мной общаться, в общем-то. Сейчас ждет каждое видео, то, что я там выкладываю всякие интересные вещи. Глупо. Короче, я ему пообещал, блин, видео там гнуть там чего-нибудь. У меня одно видео там, ну, я типа засоб показываю, как там он упражнение. Он сначала там посмеялся, то, что вот упражнение, ну, типа, цепи как там, ну, натягивают там всю фигню. А потом второе видео, как я гну, блин, это. Я согнул, короче, гвоздь, блин, вот этот стальной, блин. И этот. Че я еще? А, от домкрата, блин. Думаю, херня валяется какая-то лишняя. Согнул такой, беру, сгинаю. Говорит, блин, первое видео, говорит, я какой-то, думаю, ты какой-то, ну, фигню по приколу, блин, показываешь. А потом, говорит, я тебя зауважал, говорит, я сам не могу это сделать, говорит, пролистал, говорит, весь интернет, и не могу найти, как это вообще можно, ну, делать, блин, все это. Говорит, некоторые говорят, столько времени, ну, ладно, говорит, буду этим параллельно заниматься, говорит, жилы растягивать. Так что, блин, видишь, бывает, блин. Заинтересовал. Рассказывал, когда мы... Человеком, и все. Когда мы ехали, ну, забрать крематорий. Нет? Нет, не говорил. Он в маршруте сидел. Я знал. Я видел. Я его видел. Я увидел. Я его видел, знаешь. Сидел вот сзади. Тут сзади, да, сзади. Серьезно тебе говорю. Я это тоже. Я просто. Причем я тетя Марине говорю. Вот он сидит вот здесь. Я ему передаю. Ты не заметил, не знаю. А ты где сидел? Я вообще не помню. Я не помню, где я сидел, но. Ну ты где-то видел. Впереди был. Нет. Я где-то ну, середине. Ну в середине, но впереди меня. Я имею в виду. С правой стороны я сидел, я поворачиваюсь, бать. Ну, руку протягиваю. И все. Как бы. Потом посмотрел, блин, это. Смотрю. Это. На небо. Там такой, блин, это. Знак, ну. Типа вот это. Как тебе объяснить, да? Ну, как будто ангел, вот эта херня. Я охренел тоже вот эту фигню. И честно говоря, вот это мне интересно. Я поэтому вот постоянно вот интересуюсь этим вопросом. Просто единственное, что православие, блин. Ну ты сам знаешь, что мир мертвых, блин, как бы не принято. Я ничего не интересуюсь. Это не, ну, не нужно это заниматься. И поэтому не надо. Кто-то. Да не кто-то, блин, кто. Да иди ты, ебаный в рот, по одной стороне. По нашей вере, блин, охраняет кто, блин? Ангел-хранитель, они есть, блин. Они охраняют, они так и есть. А вот, и вообще, единственное, блин, что... Оно и есть православие. Нет, всё. Ну, когда я вот, считаю. Блин, элементарно. Когда я в аварию попал, так, смотри, приехали, блин. Машина, короче, все перевернулась почти. Почти машина легла, короче, на крышу, когда я в аварию попал. Вот, все, она все уже почти легла на крышу. И тут же, короче, моментально, как будто ее вот так кто-то толкает. Mm-hmm. Она, короче, становится на колеса тут же. И я, ну,
Ну все, она все, я такой почти на крыше лежал. Ну понятно. Как будто я кто-то толкал, она все равно свыкалился. И я, короче, это, дверь открываю, ну когда уже все, вышли уже. У нас сильно, Колян, защитник просто. Я открываю дверь, короче. Извини, почему перебил, блядь. Я открываю дверь, ну, да. Свою водительскую. А мне там это, псалом 90, блин, все время, ну это, пояс, живым помощи, блин. Вот, лежит. И, короче, не дверь открывает, первое, тоже что, живые что падает, это живую помощь. Вот это живую помощь, да. Представляешь? Это просто прям я серьезно. Я думаю, да ну нафиг, блин. Вот. Я просто... Ты вера, все вера. Вот, и, короче, это смотри. Я вот не могу, блин, просто, понимаешь, не, мне верить, как вот. Мне, кстати... Иисус Христос очень сложно, блин. Он очень тяжело, блин. Но он верил, я просто не знаю, как бы... Это нам тяжело сейчас в этом времени это не заниматься. Я прошу, я постоянно как-то об этом напоминаю. Вот сейчас я в этот раз с лопасти упал. Да. Ну, когда вот даже с лестницы. Мне вообще ничего, я даже не полетел с лопасти с этой с вертолета. Я, короче, падаю. И этот вертолетчик со мной рядом стоит. Ну, старый рядок уже. И у меня крестик вываливается. Ну, из-за пасхи. Он говорит. Это крест тебя спасает. Понял, нафиг? И у меня вот реально просто крест такой. Я такой, я такой, да. Раз крест такой, за пазуху убираю, бля. Тебе могу больше сказать. Тут прям... Что-то прям... Я матери не говорил. Ну, блин, два раза. Она все... Вот эта суета у нее идет. Когда снится там отец, все фигня. Понимаешь, надо в церковь идти. Я, блин... Несколько раз. Куда, короче, полетели-то? Решил. Спасись. Эй! Люблюся. Я, короче, решил это самое. Проверить эту тему. Не стал идти в церковь. Вообще. А потом прочитал, блин, ну, про то, что как бы когда ты спишь, и иногда бывает такой момент, что ты. Хочешь общения и души, ну, короче, ну, как бы может общаться с теми, кто уже нет, кого нет. Вот и все, весь вопрос. И поэтому и отец мне тут, блин, тут что-то предвиделся, говорит, блин, Серег, не бойся, там, я вообще тебя не могу забрать. Потому что с тобой, блин, вообще, блин, сам Иисус Христос, короче, за нами стоит, грубо говоря. Иисус Христос, короче, нас оберегает. И вот, получается, в нашей, блин, получается, ну, видимо, мы так верим. Нет. Может быть. Расскажу, Серег. Да, сложно сейчас так, блин, верить, но, блин, я не могу сказать, не знаю, как это объяснить. Но вот то, что я тебе передаю, а вот еще один раз был момент. Он еще просто говорит, что, типа, блин, посреди. Один раз он просто сказал, блин, короче, типа, это... Один, не надо встать здесь. Он мне просто сказал, я живой. И все. Вот хоть убей. Вот слышал я вот эту фигню. И я вот так подумал. Подумал, что он, да.